Добрый день, дорогие друзья, и сегодня мы вновь рады приветствовать вас в нашей рубрике «Анбоксинг», где мы распаковываем самые разнообразные посылки, в основном, конечно, с AliExpress, и это не стало исключением. Была она в пути 73 дня, и хотя я уже списался с продавцом и продлил срок защиты, аж до середины, там, как говорится, следующего месяца, но, тем не менее, она успела в 73 дня. И давайте же сейчас вместе посмотрим, что же там. Первое, что... Ну, вы помните, надо проверить, нет ли $100. Но я думаю, что таможня все это внимательно проверила. Ну, а теперь самое интересное. Упаковано просто великолепно. В несколько слоев пупырки. Такое вот крупно. Крупными отделениями скотча, все что необходимо. И уже просматриваются, как говорится, контуры этой прелести. В таможенной декларации написано Child Toys, но вы-то понимаете, что Child в данном случае это, как говорится, игрушки для взрослых. Давайте же посмотрим, что же там. Еще слой пупырки. Теперь уже обычный. Так не терпится извлечь содержимое. Так быстрее хочется добраться. Нет, давайте аккуратнее разрежем, чтобы ничего не повредить. Потому что... повредить очень не хочется. Ну, вы сами понимаете. И еще ближе, и еще виднее. Так, все. Пупырчатый слой закончился. Ну, а теперь уже все, кто в теме, конечно же, узнали эту прекрасную девушку. И сейчас мы посмотрим. Так, это подставка, естественно. Далее, собственно говоря, сама замечательная девушка. Это плащ. Она идет в сборе. Нет, ну красота. Просто прелесть. Вот здесь вот, ага, что-то такое... типа подставочка прозрачная. Так, ну что же, давайте пробовать водружать ее на... Так, какой стороной куда? Хотелось бы знать, наверное, вот это сюда или сюда. В общем, тут не угадаешь. Поэтому будем пробовать как-то так, да? Нет, если это сюда крепится... то это сюда не крепится. Пробуем так. А вот так вроде бы ничего. Хотя она получается за пределами площадки. Так, теперь еще плащ, естественно, надо закрепить как-то. Плащ. Ну, должен же быть как-то тут. Поломать не хочется. И посох. Волшебный посох явно в этой руке, но тут столько еще вон отверстий на плече, судя по всему, для крепления плаща. И я думаю, что не будем мы сейчас скоропостижно все это крепить, дабы ничего не испортить. Здесь вот есть некие такие, ага, желтенький сапог немножко. Такой, но в целом, конечно, за такую сумму не придерешься. И она великолепна. Она просто замечательна. И аж язык высунула от концентрации. Потому что, ну вы же понимаете, что результатом будет большой замечательный взрыв. Ну вот, теперь у нас в коллекции есть еще и Мегумин.
Я очень и очень счастлив. Для такой цены, как говорится, такого качества фигурка, ну, я считаю, выше всех похвал. Да, на плечах вот там отверстие, и вот тут в плаще есть защелки. Но это, наверное, лучше аккуратненько снять голову и потом аккуратно это все заклеить. Ну, а на этом наш анбоксинг завершен. Вопросы, замечания, как говорится, крики и возгласы счастья пишите в комментариях в сопереживании. Буду рад на все ответить. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями. А у нас на сегодня все. Пока-пока!